очередь не получилось то, что у нас Дувакина вышло 0-9. Это самое главное, что не получилось. Ну, так нельзя выходить вратарю. Во-вторых, конечно, потерь много сегодня. Мы 14 потерь сделали, и все начало игры мы практически 5 мячей получили со своих потерь. Не то, что они там здорово пришли и нам забили, а ну, на перехватах вот отдали такие, торопятся, и вот эти передачи, которые близко подходят, и поэтому вот такой счет начало. А потом все время догонять, ну, как всегда, вы знаете, что догонять это гораздо сложнее, больше сил тратится и все остальное. Но, тем не менее, да, я хочу сказать, что все равно вот эпизодами, моментами получается. Но, к сожалению, без замен не выдержат они, потому что все-таки замены надо. А как только начинаются замены, так сразу же у нас начинается все остальное. И потери отсюда, и все вот эти ненужные удаления, когда Старшова. Вот, ну, это просто вот, ну, ошибка. Да, вот Бело-Липецкая красную карточку. Ну, что за красная? Но это после свистка, это, ну, извините меня, ей лет сколько, чтобы она не выдерживала, нервы у нее не выдерживали. Ну, как можно? Это такие вещи, это, конечно, мы будем это обсуждать, говорить, и потом, но этот человек, он страдает этим у нас. Поэтому тут нужно просто, да, какую-то голову иметь. Вот и все. Вот такие все ошибки. С удалением у нас, я не посчитала, сколько сейчас не посмотрела статистики, но я думаю, штук 6 у нас есть удалений, как минимум. Если не больше. На защиту особое внимание у нас. И думаю, сегодня на некоторых моментах, конечно, не справились. А вообще по матчу в защите нормально сыграли. Поэтому такой результат, я думаю. Это наша последняя игра в предварительном этапе. Хотелось ее закончить на хорошей ноте и уйти спокойно на перерыв. Ну, наверное, да. Все равно есть к чему придраться, конечно, но выиграли. Мы сказали, что поиграла команда от защиты и бежали в переход, чтобы полегче голы забивать. В позиции же, вы понимаете, всегда сложнее забить гол. А легкие голы как от защиты отстояли и убежать в переход и забить гол. Такая задача была в команде. Всем мы дали сегодня поиграть. Там вышла вместо Уткиной второй вратарь, ничего сыграла. И в защите сыграли. Ну, Шаман потерялась, что она так в нападении что-то плохо потеряно это дело, не забила. Бобина хорошо что сыграла. Все, ну, мы сегодня сыграли краями. У нас хорошо сыграла Голубь. Давыденко хорошо сыграла. Ну, так, вам спасибо, что тоже играли. У вас тоже команда молодая, ну, перспективная. Я думаю, что скоро будет у них тоже нормально.